увидеть какие-то свои цели, построить мост стратегии до этой цели и, опираясь на свой центр, потихонечку к этой цели, точка есть, двигаться. Я знаю, как я это вычислю, я знаю, значит, как я это буду. То есть там был уже, у вас был рекламный вариант, а вы скачали уже. Да-да-да, а я скачал уже полный вариант, да. Да-да-да. Там полную была версию. Креалка, да. А я скачал полную версию. Это была не эмоции, не чувства, это было состояние. То есть, имея эту точку и занимая, опираясь на эту точку какое-то положение в пространстве, он ощущал, что да. Когда он сидел на совете, уже будучи военным советником, он понимал, что он сейчас на своем месте. Потому что для того, что делать нужно, он занимает идеальное положение, и он чувствовал полное удовлетворение от того, что он делает.